Всем зрителям и подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 29 сентября 2017 года. Весь день льет дождь, как поется в песне. А мы тем временем построили теплицу. Капля шириной получилась она у нас 3,25, длиной 7,5 метров. Капля это сделана из профильной трубы 30 на 30, оцинковка. Теперь особенности. Участок имеет большой уклон, был залит бетонный фундамент ступенями, то есть нам пришлось теплицу делать на ступеньках, так скажем. Сейчас внутри это будет видно получше, то есть одна стенка у нас получилась выше, чем все остальное основание теплицы. То есть что мы делали? Подрезали арки в размер, торцы, вымеряли, резали. Половина дня ушло на то, чтобы мерить, резать и мерить. Ужас. Ну да ладно. Вот, значит, у нас профильная труба 30 на 30. Арки у нас скручиваются на косынке с помощью саморезов. Также прикручен усилитель. По торцам разрезные двери, форточки. Сама конструкция, напомню, как я уже говорил, стоит на бетоне, закреплена анкерами. Также у нас есть форточные блоки в количестве 2 штук. Управляются они системой термоприводов. Вот такая вот получилась необычная теплица. Внизу в качестве отлива у нас установлены уголки. Поликарбонат 4 мм толщиной, 0,7 плотность. Ну. Вот собираем теплицу капелька 3М цинк. Женя, чё, как собирается теплица? Погода, главное, чтобы дождя не было. Ничего смешного. Очень мало места. Собираем как можем. Тяжелые условия труда. Доброго времени суток, дорогие подписчики канала Уральская усадьба. Сегодня 24 сентября 2017 года. Смонтирована теплица капелька 3М цинк. Собрана теплица с профильной трубы 30 на 30. Труба оцинкованная. Фундамент шпалы клиента плюс брус 100 на 100 пропитанный антисептиком. Поликарбонат. Карбоглаз Агро 4 мм. С обоих торцов разрезная дверь форточка. Четыре нитки системы подвязки. Колышки. Все надежно. Заказывайте у нас теплицы в нашей компании. Помимо теплиц еще много чего. Ну и отзыв клиента о данной теплице. Каким образом вы узнали о компании Уральская усадьба? Уральский садовод. Реклама. Уральская усадьба. Мы уже ставили 3 года назад одну теплицу. Опять ко мне. Нам очень понравилось. Качественно. Теплица нас не подводит. Все хорошо. Все. И решили вторую поставить. Да, ребята работали очень хорошо. Аккуратно. Добросовестно. Как это, культурно обращаются с пациентами. На данном участке также стоит теплица, точно такая же капелька
3М цинк, которая стоит уже 3 года. Нареканий у клиента к теплице нету. Все цело, все в рабочем состоянии. Теплица 3/7. На этом, пожалуй, все. Будем прощаться. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.